Доброе утро, дорогие друзья. Давайте помолимся. Господи, благодарны Тебе за благодать этого утра в общении, Господи, совместном, Иисус. Благодарим Тебя, что верно посещаешь нас Словом Своим, Иисус. Слава Тебе, Христос. Благослови сейчас эту небольшую мысль к основной части. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. И давайте прочитаем с вами Евангелие. Ой, первое послание к Тимофею, 3:1. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. И также прочитаем с вами Евангелие от Луки, 10:42. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Итак, мы здесь видим с вами первоначально Божье Слово, да, или заверение, что это Слово верно. Да, это не человеческое Слово, но Божье Слово, Божье заверение. Да, я подумал, если кто епископ, то желает, доброго дела желает. Я подумал это в следующем ключе. С точки зрения нас, как евангелистов, мы с вами... Извините. Мы с вами являемся учителями в преподнесении Евангелия и несении Евангелия. И у каждого евангелиста, верующего вообще, есть эта благодать доброй части, доброго дела. И мы видим одно из определений доброго дела или благого дела. Это в 42 стихе, как мы с вами прочитали, Мария избрала благую часть, которая не отнимется. Да, это сесть и наполняться Словом Божьим. У каждого учителя, у каждого верующего, а мы все с вами с точки зрения евангелистов являемся учителями, есть эта благая часть. Да, сесть у ног Иисуса Христа и переполняться Словом Божьим. И эта часть благая или добрая, она не отнимется у верующего. Она будет наполнять, она будет сокрываться внутри верующего. И также она будет изливаться, да, в каждом верующем. И затем я подумал, что то, что изливается от переполнения, становится потоками учения, не так ли? Да? Мы с вами говорим от переполнения тем, что наполняемся. Это словно идут потоки. И потоки того, чем мы наполнились. И тогда мы с вами видим то, что совершает Господь Иисус Христос, как совершитель. Он сначала призывает нас и говорит, вот верное дело, да? Верное дело доброй части, которая не отнимется. Да? Потому что это будет связано с тем, что я совершу, усажу вас и дам эту часть наполнения вас Словом Божьим, да, где мы сокрываем Слово Божье, и оно освящает и спасает нас. И затем то, что переполняется тем, что мы наполнились, оно станет также потоками вод. Потому что от наполненности уст говорят наши уста. И таким образом мы с вами видим, как Господь совершает это все. Он наполняет нас, переполняет нас, и от наполненности уст говорят наши уста. Аминь. Благослови вас Господь. Спасибо. Аминь. Слава Господу. Спасибо, пастор Нурлан. Быть у ног Иисуса Христа, воспринимать, наполняться, и вот уже потоки Его духовной реки из нашего сердца через наши уста наполняют. Слава Господу. Спасибо. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе в это удивительное утро, утро Твоего Слова, утро этого праздника
души, в духе, в Святом Духе. Мы благодарны Тебе за познания, которые Ты распространяешь повсюду. Мы благодарим Тебя, Господь, что вся земля подвержена Твоему Слову, Господь, и всякий воспринимающий обнаруживает и путь, и истину, жизнь Отца. Слава Тебе, драгоценный Бог! Благослови это слово, эту порцию. Во имя Твоего Иисус мы молимся и просим. Аминь. Сегодня у нас 10-е слово посвящения по первому посланию к Тимофею. И это слово удивительно касается человека, который воспринимает слово, наполняется. И вот он уже служитель церкви, это диакон. До этого мы говорили слово посвящения назад о функциях и действиях старейшин. Здесь мы видим диакона. Диаконы, которые непосредственно заняты теми происходящими событиями в церкви, но и не только. Это те, которые воспринимают Слово Божье, погружаются в Него и знают великую тайну благочестия, о которой мы с вами будем говорить далее. Итак, сегодняшняя порция – с 3 глава 1 послания к Тимофею, с 12 стиха по 16 стихи. «Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом». Хорошо управляющий детьми и домом. Это новая экономика, которая существует теперь в его доме, в этой семье. И эта экономика является такой, что главное – это Иисус Христос. И Он является центром и дома, и церкви, и мира. Кто эту экономику новую передаст миру? Через то, что по мере нашего восприятия слова мы с вами движимы и призваны, чтобы это слово нести. Как будет сказано во втором послании к Тимофею, что «Я передал тебе от Бога истину», апостол Павел говорит, «чтобы ты передал его эту истину верным». Да как передал? Так, чтобы те верные, которые воспринимают, могли бы передать это другим. В Израиле того времени, да и сейчас тоже зачастую Иисуса не воспринимают. Но там, где воспринимается, то там сияние славы. Сияние славы Мессии, да, Отца, да, плана, да, и действия, объективного действия этого слова в жизни людей. Диакон должен быть муж одной жены, понятно, и хорошо управляющий детьми и домом. Его дети и весь дом, домочадцы, а может быть и родственники, они наполнены истиной. 13 стих, переход какой очень интересный. «Потому что
ибо хорошо служившие, то есть это те, которые несут повсеместное Евангелие и в церкви, за разговорами, в дискуссиях, на улице, дома. Это хорошо служащие Господу. 13 стих. Они приготавливают себе высшую степень. Какая высшая степень? Высшая степень достоинства служения, помощи. Когда мы с вами читаем 4 главу послания к евреям, мы с вами находимся в престольном зале милости и благодати. И там дальше написано, что для того, чтобы воспринять, передать, донести помощь, которая действует через служителей на тех людей, которые находятся в служении. Они приготавливают себе высшую степень достоинства. Они являются теми людьми, которые располагают своим служением и открытостью к общению. Это первое, высшая степень достоинства служения. Слава Господу! И второе. При таком служении, когда мы с вами находимся, служитель, служительница, семья находятся именно в таком отношении, то открывается невероятное событие в жизни верующего. У него появляется желание еще больше служить, радоваться, быть в этом удивительном покое, несмотря на то, что мир бурлит, но это служение Господу Иисусу Христу, это действительно то, что Он излагает. И у нас появляется великое дерзновение в вере. Тот, кто находится, и вот сейчас возникла эта картина, Евангелие от Иоанна и Луки и Матфея, когда идет последняя вечеря, и Господь обращается к ученикам. И один из учеников находится прямо у груди Иисуса Христа. Я так понимаю, что он слышит, как бьется сердце Спасителя, слышит каждое слово, обращает внимание. И он рядом с Иисусом, и когда возникает недоумение у учеников, а кто предаст Иисуса? И Иоанн спрашивает, а кто? И он первый, кто слышит этот ответ. Да и все остальные тоже ответы. Это великое дерзновение. В Евреях 4:16 говорится, Господь обращается к нам, и говорит, смелее, смелее к престолу милости и благодати. Дерзновение. По мере того, как вы, как мы с вами дерзновенно просим, то у нас открываются замечательные перспективы, которые и есть
но они открываются. Открывается великая тайна дерзновенного служения Господу, и она описана в послании к Ефесянам в 3 главе, смотрите, в 19 стихе. Ефесянам 3 глава. Да давайте с 16 прочитаем. Господь даст вам по богатству славы Своею крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке. Великое дерзновение – это смелость быть с Господом еще ближе, и она приводит к тому, что у человека появляется это понимание, укрепление духом его во внутреннем человеке. Верою вселяется Христос в сердца наши. Для того, чтобы, 18 стих, вы, укорененные и утвержденные в любви, как замечательно, и все ведет это к любви Отца, и любовь Отца, ибо так возлюбил Бог мир, Отец возлюбил этот мир. Как возлюбил? Он отдал своего Сына. Римлянам 8:32, я Сына своего не пощадил, но предал Его за вас. И вы будете в нем иметь все. И уразуметь, 19 стих, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всякую полнотою Божью. 20 стих. Мне бы хотелось, чтобы вы его запомнили навсегда. А тому, кто действующую в вас силою, действую, это те, которые приблизились и имеют эту высшую степень. Они приготовили ее, эту высшую степень доступа к Господу. Это не то, что кому-то недоступно, это наша практическая жизнь, восприятие и приближение к призыву, источнику призыва. И тогда происходит следующее. Тот, кто находится в нас, превосходящей силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Я вообще предлагаю сделать такое, ну, по некоторым навыкам ведения научной работы. Я мог бы сделать, как человек, занимающийся, и в данном случае, личными взаимоотношениями с Господом. Господи, вот сегодня у нас 13 ноября. Сегодня я молюсь об этом. Я записываю, Господь, не для того, чтобы Тебя проверить, а для того, чтобы себя продвинуть дальше в вере. Вот о чем я молюсь, вот о чем я думал, но думаю, наверное, слишком. Поэтому говорю Тебе только часть. А здесь написано, смотрите, 20 стих. Действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем размышляем. Итак, Господи, я размышляю вот об этом, говорю вот об этом, и теперь я посмотрю, как Ты ответишь. Для увеличения радости своей
и передачи этой радости тем, кому мы служим. Итак, хорошо служившие приготовляют себе высшую степень глубины общения с Господом, великое дерзновение в вере. А я помню, когда мы только начинали церковь в Баку, появлялись евангелисты, которые приезжали в Баку, и они, допустим, человек 15-20, это интуристы. Мир воспринимает, это интуристы. Мы смотрим, они достали флаги, и с этими флагами идут, идут по городу и поют песню, они молятся. Здорово. Где описано это? Покорение Иерихона. Великая крепость, которая была построена. И израильский народ по призыву Бога через Моисея, через Иисуса Навина совершил это обхождение Иерихона. Поют песни. И пали стены Иерихона. Удивительно. В нашей жизни мы увидим, когда мы поем песни, восторгаемся словом, мы переполнены, наши сердца переполнены смыслами, которые Господь дает, происходит чудо. Уста наши передают то, что затронуло нас, нашего внутреннего человека. Они передают и передают с таким желанием и горением, что происходит возгорание душ других людей, которые нас слушают. И потом в тишине пребывания в себе человек подумает, а дай-ка я попробую тоже в своей жизни. В одной семье поверил один молодой человек. Причем он поверил таким образом. Мы, команда Бакинской церкви, вот мы сидим и размышляем, как бы сделать еще привлекательные наши служения. То есть мы со всей командой все дальше и дальше углубляемся. Мы и плакаты везде развесили. Например, был такой плакат «Куда идешь?» и вопрос. Очень интересный. Человек идет, посмотрел на афишу «Куда идешь?» А потом там еще и это вопрос увлекательный, действительно, куда моя жизнь идет. Люди стали приходить. Один парень увидел этот плакат. Интересно, куда я иду? Кому какое дело, куда я иду? И вот там этот разговор был. Потом мы с ним разговаривали, когда он в церковь пришел. Он занимался йогой. Был некоторым учителем и йоги, и врачевателем, и так далее. И вот когда в один из дней размышлений своих вдруг его останавливает внутренний голос. Оставь это, собирайся, пойдем. И он выходит. И подходит опять к этой афише, читает адрес и приходит на служение. Мы дальше работаем и думаем, а почему бы людям, которые вечером смогут прийти, почему бы их не порадовать бесплатными пирожками, вкусно сделанными домашними пирожками? И сразу же нашлось
несколько откликов. И у нас к вечеру уже были три такие чаши с пирогами, с пирожками. Пришел один студент, спросил про пирожки почем. Бесплатно. Ну что, студенты всегда голодные. Как говорил нам профессор в институте, студент всегда должен быть голодный, с горящими глазами и постигать науку. И вот, это потом уже он говорил, он неплохо поел у нас в церкви, послушал, пришел домой, сказал брату, студенту. В следующий раз они вдвоем пришли, потом сказали матушке, и она пришла. Что это такое за церковь? И дальше они стали бомбардировать Евангелием своего отца. И ни в какую. И потом однажды ко мне подходит этот замечательный студент. Он потом стал пастором. И говорит, а вы знаете, он поверил. Говорю, о, поздравляю, а как ты узнал? Он тебе сказал? Не, он не сказал. Он ведет себя внешне, как тот, который противостоит. Но вот я услышал его тихий разговор перед тем, как пойти на работу, а он там кандидат наук и работает в лаборатории в какой-то экспериментальной. И вот он что услышал. Его папа стоит, шляпу снял, приложил ее к сердцу, ну, как водится, и стал говорить: «Господь Иисус, я отправляюсь на работу. Прошу Тебя, благослови этот путь, благослови этот день, коллег. Во имя Твое, аминь». Одел шляпу и ушел. Кто это был? Верующий. Да пускай он некоторое время продолжает таким образом вести себя. Это ничего страшного. Другое дело, если насильно вскрывать. Ты веришь? Ну, скажи, честно, веришь? Там может произойти срыв. Идем спокойно и... Встают в эти ряды тех людей, которые становятся служителями и в своем служении достигают высшей степени особенного дерзновения в вере в Иисуса Христа. 14 стих. «Это я пишу тебе». Апостол Павел намеревается прийти в Ефес. «Надеюсь вскоре прийти к тебе». Итак, а для чего пишет он? «Для того, чтобы, если я замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем». Как хорошо изучать слово. Тимофей, это для того, чтобы ты знал. Если я замедлю, ты бы поступал правильно. Дом Божий, и я читаю, и вот молодые служители читают, и понимают, вот как надо вести себя, иметь дерзновение в вере, иметь служение Иисусу Христу, Иисуса Христа, Его любовь, Его силу, молиться, и в этих молитвах говорить дерзновенные молитвы, от которых аж дух умолящегося затрагивается и перехватывает. В Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, церковь, экклесия, призванная, собранная, усаженная у ногах Иисуса Христа, чтобы воспринимать. Это идеальная картина, да.
а не идеальная, реальная какая. Марфа, Марфа, 10 глава Евангелия от Луки, ты заботишься о многом. Ты желаешь послужить мне, не имея силы для служения. А сила находится там, 42 стих и далее. Это интерпретация того, что говорит Господь. Находится в том, что ты должна провести время в восприятии Слова Божьего. Когда ты воспринимаешь Слово Божье, то оно инициирует в тебе вначале это умственные действия и подвижки, затем желание превратить это во всей полноте в реальное действие, но вот, оказывается, чуть-чуть делаешь, потому что смущаешься. А потом ты видишь, что это все имеет реальную основу и становится, пастор Мати написал одну очень важную статью в своей категории посылов мысли. Реальность находится в Иисусе Христе. И ты понимаешь, что эту реальность не надо ограничивать. И набираешься еще больше Слова Божьего, потому что Слово Божье необходимо. Бог, наш Бог, не мой. У него удивительное имя. Бог – Слово. Итак, это церковь Бога Живого. И дальше идет определение. Столп и утверждение истины. Это апостол Павел был человеком, получившим хорошее религиозное образование в Иерусалиме. Также у него было и светское образование. И в этом светском образовании он постигал, вероятно, множество направлений. И некоторые из тех слов, которые он использует, и в данном случае он прибегает к архитектурным эпитетам. Столб. Вы видели, да, здания, столбы, чтобы поддерживать арку там или еще что-то. И также все здание, оно утверждено, да, каким-то архитектурным замыслом и так далее. Не само здание продуцирует этот замысел, является источником, а Иисус, который находится в этом здании церкви, столб и утверждение истины. Церковь несет истину, которую провозглашает Иисус. Какова истина? 16 стих. Я думаю, что каждому из нас имеет смысл над этими семью пунктами размышлять. Взять карандашик или ручку, чистый лист бумаги или тетрадку и вставить определенные слова. Беспрекословно. То есть это даже не обсуждается. Никаких споров. То есть это является истиной. Истиной Господа Бога, который вкладывает свою мудрость в нас. Беспрекословно великое благочестие тайна. А почему она скрыта? Потому что ее распространяет только церковь. И эта тайна, в ней тайна – это первый пункт, и в ней есть открытие. Это один из образцов того, как некоторые запечатанные вещи или же те, которые звучат несколько туманно, открываются.
Они кратко изображены здесь, но серьезность невероятная. Вот она тайна, тайна благочестивого или же житья. Это житие поклонения Господу. Благочестие – слово «юсебея». Это как раньше было принято поклоняться, встать на колени перед Господом, возвести руки и потом протянуть руки вперед и лицо вниз. Ты передаешь свою жизнь Господу. Великая тайна поклонения Господу. 6 пунктов. Бог явился во плоти. Я так думаю, что вот это произведение апостола Павла было написано, вероятно, в 64-м году. Через 2 года, год или два, произойдет казнь апостола Павла. И его послания находятся в церквах. И один из учеников Иисуса Христа – это любимый ученик. Это апостол Иоанн. Почему он любимый ученик? Он обнаружил из-за близости с источником жизни, он обнаружил эту любовь. И поэтому он себя не называет Иоанн в своем Евангелии. А это Евангелие будет написано спустя 30 лет после написания вот этого послания. И он будет обучаться тому, что говорил апостол Павел. Это мои предположения. Потому что в 90-95-е годы, когда были написаны Евангелие, 3 послания апостола Иоанна и завершающая книга Библии, книга Откровения, он, всегда желавший еще больше проникнуть в тайну, это благочестие, увидел и эти строки. Бог явился во плоти, и он напишет в своем Евангелии. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Слово, Бог Слово, стал плотью. А в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 58 стих, он скажет, удивительное откровение для тех людей, которые слушали, но для них это осталось тайной. Потому что они не открыли сердца. Иисус говорит, обращаясь к собравшимся, он сказал, когда Авраам увидел мой день, когда он увидел его день, и что это за день Иисуса Христа? Ожидание было, Авраам не находился на небесах. Он находился в верхней части, в Шеоле, над адом. В ад шли неверовавшие, а те души, которые уверовали в Иисуса Христа, то есть в замысел, в план Отца по спасению падшего люда, то есть рода человеческого, индивидуально. Каждый, кто примет только.
И это было откровение по Бытию, 3 главе, 15 стиху, где Господь разговаривает со змеем и говорит о том, что змей и его дела будут повержены и разрушены через то, что Бог явится во плоти. Итак, во плоти. Бог явился во плоти, первое. Для чего? Для нас с вами. Для чего? Чтобы у него была возможность принести себя, как человека, в жертву. Великий замысел, который был у Бога еще до сотворения мира, пошел в осуществление. Как же возрадовался Авраам, находившийся в Шеоле. Ура! Скоро небеса будут открыты, потому что Бог пришел во плоти. Второе. Наступил самый трагический момент в истории человечества. Иисуса распяли. Фраза, которая произносится учениками Иисуса, которые оставили собрание в Иерусалиме, идут в свое место жилья и по дороге сетуют, они опечалены, потому что они думали, что Иисус является Мессией, Мессией, который победит Римскую империю и так далее. Но его распяли, и вот это, ничего не получилось. Они были полностью расстроены. Иисус прямо подходит к ним и начинает объяснять. И он объясняет цель своего пришествия ради них. И продолжается этот разговор и по дороге в Эммаус, и потом дома. И потом он исчезает. И они радостные возвращаются для того, чтобы еще дальше, больше услышать о его воскресении. Явился во плоти, оправдал себя в духе, воскрес. Единственная жертва, которая воскресла. Да, до него были заменители, которые указывали, что Мессия придет. Он оправдал себя в духе римлянам. Это тоже написано у апостола Павла о послании к римлянам, 1 глава, 3, 5 стихи, где явил себя как человек, это сын Давидов, а в духе, в духе святыни, как воскресший Сын Божий. Оправдал себя в духе, воскрес. Первое было, родился. А второе, воскрес. Третье. Он явил своей всей жизнью на земле, а также на кресте, тем, кто знал все. Они знали это как бы по теологическим учебникам Вечной Библии. Они знали, что такое произойдет. И он показал себя ангелом. И свое рождение, и свою жизнь. То есть рождение как человека. И свою жизнь, и служение. И все это ангелы видели, и они служили. Служили людям по повелению Бога. Это Евреям 1:14. Тем, которые должны быть спасены. И вот явился тот, который воскресший, сам Господь Бог. И теперь же он является и Богом, и человеком. Показал себя ангелом. Это третий пункт. Четвертое.
И теперь ангелы смотрят на тех людей, которых он спас, и видят чудеса. Вчера еще были грешники, сегодня они проповедуют и идут в разные этносы к разным народам. И евреям, и язычникам. В первом послании Петра, в первой главе 12 стихе говорится, что ангелы внимательно смотрят за жизнями людей, они изучают эту благодать. Проповедан в народах, церковь ведет, проповедует. Народы принимают это верою в мире, живут в мире со своими там различными философиями и так далее. И вот проповедь идет, Евангелие захватывает людей, и они принимают верой, вера в Господа Иисуса Христа. Особенная вера, даруемая Духом Святым, даруемая Духом Иисуса Христа, принят верою в мире и вознесся во славе. Так интересно. Это вознесение в наших жизнях Иисуса Христа сколько раз происходит. Слушайте, когда-то я не знал, что он вознесся. Мне преподавали по предмету научного атеизма в вузе. Да не было такой личности Иисуса. Да, и кто-то так еще доказывал, спорил с кем-то, спорил с Богом преподаватель. А вот мы поверили и читаем 24 главу Евангелия от Луки, 1 глава книги Деяний. Вознесся, и слава идет отсюда, из сердец человеческих. И все больше и больше, как мы пели песню «С самого восхода и до заката солнца», и все это время продолжается повесть о драгоценном Боге, который явился во плоти, воскрес, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедован в народах, принят мною, вами, принят верою в мире и вознесся во славе. Вот церковь, вот ее источник, Бог, который все совершил, Евреям 1 глава, 3 стих, Он сам собою очистил людей от греха. Он взял грехи, все. Никто не может сделать большего. И мы продолжаем изучать эти удивительные откровения от Бога. Была тайна, а теперь она открыта. Была тайна для меня лично, она открыта. Была тайна, и я не мог сказать, теперь открыта. И мы говорим это. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это чудо Евангелия, которое живет в нас, и нам так радостно, Господи. И мы обнаруживаем, что и наша жизнь стала другой, и наши устремления, и перспективы. Вот уж точно то, что Ты сказал в книге Иеремии, 29 главе, 11-12 стихи. Только я знаю, ты говоришь, только я знаю мои намерения о тебе. И эти намерения не во зло, а во благо. Твоя будущность там. Слава Господу. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя.
Примите его, ваше сердце, скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня Твоему Слову. Приведи в живую церковь, люби, прощай, даруй благодать, милость, откровения Твои. Если упаду, поднимай, Господи. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Слава Господу!